Может, по поводу Артема, который в друзья навязывался, говорил, что вы любимая пара, я вас буду поддерживать, а сам вчера тебя вот так вот руки держал и не отпускал. Давай, давай, забираю, заберу, Женя, Женя, все, я держу его. Я тебе говорила, что он двуличный лицемер, с ним не общайся, держись с него подальше. Нет, я тебе скажу так, что нельзя как бы на каждого человека говорить, что он лицемер, что он лжец, что он подонок, что он какой-то не такой. Вот почему, то есть я как бы для себя сделал выводы сейчас о этом человеке, что человек лицемерный. Когда он мне говорит, что даже в бане говорит, Дима, вы самая любимая пара моя, да, то есть я готов тебя там поддерживать всегда, да, стоять и отстаивать твою позицию, ты молодец, то есть. Зачем? И когда этот человек просто меняет позицию и начинает просто подыгрывать клоуном, то, слышишь, для меня это человек... Слышишь, я не поняла, сейчас тебе, в смысле, нельзя оскорблять человека, что ты имел в виду? В каком плане оскорблять? Ты сейчас говоришь, нельзя оскорблять человека лицемерным, двуличным. Ну да. Кого нельзя? Его нельзя? Нет, для меня это человек лицемер, двуличный, да. А что ты сейчас, подожди, а почему ты сейчас сказал, нельзя оскорблять, кого нельзя оскорблять? Нас, то есть он нас, наоборот, я пытаюсь... Конечно! Человек поддерживал всегда меня, поддерживал мою позицию, то есть говорил всегда такие вещи, что я на твоей стороне, типа братуха. Будем корешами, будем друзьями, то есть. Ну, я поняла. Но ты не слышишь мой вопрос? Я понимаю. Тебе это обидело, оттолкнулось, и можешь дальше продолжать общение? Нет, услышь меня. Вот я тебе и говорю, что для меня здесь друзей нет. Понимаешь? Ты какой-то вот... Ты можешь нормально спокойно? Ты со мной, ты не с врагами. Нет, я тебе спокойно об этом рассказываю. Ты опять заводишься. Ну, я такой человек, вот я на эмоциях. Ну, это плохо. Ну, я такой человек. Но я же вижу, что ты заводишь, и что ты сейчас опять неспокойно. Не надо. И я завожусь. Перестань. Не можем нормально поговорить. Не надо психовать. Держаться нужно друг за друга. Он это. Меня сейчас разозлит, я опять развернусь и уйду. Ну, развернешься, уйдешь, и что? Нормальный, ненормальный, я не могу выдохнешь понять. Там, что с поведением твоим? Выдохнешь, придешь обратно. Я вопрос задаю. Ты опять начинаешь эмоционировать. Нет, я на твой вопрос уже 20 раз ответил вчера. Если ты хочешь, это чтобы было я... вчера, вот. А это сегодня, если ты, это если, новый если день. Если ты хочешь, чтобы я говорил про этого черта каждый день какие-то грязные вещи, то не будет такого, Оля. Я один раз сказал, второй раз говорил, хватит уже. Я все. Говорю, мы разговариваем по ситуации, что ты думаешь по поводу вчерашнего, что к нам залетели. Ты совсем что, ты заболел у меня или что? Я не заболел, ты что, гонишь что ли, Оля? Успокойся. Гонишь что ли или что? Прикалываешься или сейчас, я не знаю. Я говорю, что ты думаешь? Что ты добиваешься? Что ты добиваешься этими орами и криками сейчас? Ты чё? Ты завел меня. Я же тебе говорю. А ты спокойно разговаривай со мной, Оля.